Офис врача общей практики в хуторе Коваленко Афипского городского поселения функционирует с 2013 года. Все это время жители маленького населенного пункта получают доступную медицинскую помощь. Есть возможность пригласить на прием узких специалистов, пройти физиотерапию, нужное обследование, получить лечение в дневном стационаре. В здании современное оборудование и мебель. Но в летний зной очень не хватало системы охлаждения. На просьбу жителей откликнулся депутат Государственной Думы Сергей Алтухов. От лица моего руководителя Сергея Викторовича Алтухова, депутата Государственной Думы, я хотел бы вручить лечебному учреждению, которое находится на хуторе Коваленко, куда приезжают больные для того, чтобы поправить здоровье, вот, и для комфортного провождения, время провождения здесь под капельницами принимали лекарства, такую сплит-систему. Хочется поблагодарить Алтухова Сергея Викторовича за то, что помогает нам всегда в медицине Северского района. В данный момент жители хутора Коваленко и не только, которые приезжают в Афипск, получают лечение в данном, на хуторе Коваленко, попросили поставить сплит-систему. Буквально на следующий день сплит-система уже здесь, завтра ее установим, и люди будут с комфортом не только лечиться, но и находиться в данном учреждении. Спасибо большое.